Ух ты! Ух ты! И снова я, Александр Криволап, печени. Ребята, сегодня 29 сентября 2019 года. Я на выставке. На выставке. Лялька. Ай. Я на выставке в печенеге. Ай. Ляли, лялька. Куклы. Работа с колотей. С Мартовой. Село Мартовое. Так. Выиграли, выиграли, выиграли. Лялечка. Хорошо, хорошо. Мы вышивка крестиком. Ангелочек. Я на выставке в печенегах народного искусства. Вышивка бисером. Краса. Красиво, да? Вышивка бисером, ребята. Бисером. Вышивка Грещун Татьяны Михайловны, или, наверное. Я тогда когда иду. Ладно, сейчас я приду. Под стеклом и отсвечивается. Семирадский. Да. Красиво.
здесь все работы нашего Печенежского района и рядом Чугуевского. Есть работы Чугуевского района. Рушники. Рушники. Вишиванки. Ребята, работы Матузной Ольги. Вышивка. Собачка Айва. Это ихняя собачка. Ребята, ляльки Сколотий. Делала Сколотий Людмила, село Мартове. Гости минуло. Поехали дальше. Еще лялька есть. Тоже ляльки Сколотий. Красавица, да, ребята? Сейчас еще будут ляльки. Сколотий. Гости з минулого. Сколотий Любов Івановна і Людмила. Грищун. Роботи Грищун. Ляльки Сколотий, село Мартове. И на те курточки наши. Цяцяни, да? Ой, какие красавицы. Работы Горб. Краса, красавец. Сколотий, гости из минулого. Жених и невеста и детки. Уже. Лялька и Сколотий с Мартовой. Скажи. Так. Работы Кравченко. Гномики. Печенек. Сколотий работы. Ляльки. Ляльки Сколотий. С Мартовой. Я же... Так. Так, наверное.
Красота. Поехали дальше. Ляльки. Тоже куклы с колотей. А написать? У нас книга есть. А кто? Вышивка ребровой. Спасибо большое. Красота. Ляльки с колотей, с мартовой. Сейчас еще. Лялька с колотей. Так. Красавец. Это ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, Печенеги. Пока-пока, ребят.